Брестская IT-школа, партнер образовательного центра My Freedom, работающего в Минске. Церемония открытия собрала на одной площадке десятки юных жителей областного центра Брещины и людей, которые могут помочь им освоить информационные технологии. Вести занятия в школе будут специалисты Брестского государственного технического университета и практикующие программисты. IT-направление сейчас невероятно перспективно, не только потому, что IT-шники востребованы. Это современные тенденции, но и работа специалиста в сфере IT очень хорошо оплачивается. Поэтому я приглашаю и детей, и подростков, и даже и взрослых получить профессию в сфере IT-образования. Школа функционировать будет на базе научно-технологического парка, что очень символично. Именно технопарк является местом, где рождаются и живут инновации. Развитие последних, как правило, невозможно без использования информационных технологий. Открытие школы – своеобразный вклад в будущее. Возможно, именно ее ученики пополнят ряды резидентов парка. Такие ребята, которые будут в этой области заниматься, они же понимают прекрасно, что где-то нужно базу иметь, где-то надо работать. А это и одна из площадок, научно-технологический парк, это субъект инновационной инфраструктуры, где можно себя показать с лучшей стороны, возможностями воспользоваться преференциальными, которые предоставлены как налоговыми, так и финансовыми, как маркетинговые какие-то возможности, которые технопарк предоставляет. То есть мы же площадка для того, чтобы помочь резиденту развиться. И поэтому возможно, будущее наше сегодня молодое поколение – это будущие резиденты научно-технологического парка. Зачастую изучать IT-технологии – это самостоятельный и осознанный выбор самих представителей подрастающего поколения. А заставлять подростка заниматься тем, что он выбрал сам, не приходится. Да и специалисты школы к методам принуждения относятся отрицательно. Здесь уверены, только пробудив интерес, можно надеяться на высокую результативность. Либо это ребенок сам получает дополнительный стимул, свой стимул, но это очень редко бывает. Когда у детей есть самодисциплина, самоорганизация, она появляется обычно чуть позже. Здесь же их нужно увлекать. Им нужно помогать с позиции, что есть вещи, которые можно легко объяснить, но они сложные по своей сути. И они будут это быстрее и лучше понимать. А еще лучше, когда ребенок получает от этого удовольствие. Презентация школы – первый шаг. В настоящее время идет набор в группы по разным направлениям. И первые желающие уже есть. Занятия, по словам организаторов, начнутся по мере комплектования групп. Что, учитывая интерес к данному направлению, произойдет совсем скоро. Анастасия Стропко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.